Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать небольшое видео по программе SBIS. Точнее, по избавлению от дубликатов товаров. Этой программой я пользуюсь уже полгода и немножко знаю, как, что и где. В общем, смотрите, приведу пример. Допустим, при продаже на кассе у нас часто бывает, что по одному штрих-коду у нас попадают несколько товаров. Там 2-3 товара. Вот как в этом варианте, допустим, по этому штрих-коду у нас появляются 2 товара. И при продаже приходится выбирать, какой товар нужно продать. Хотя это один и тот же товар. Ну, в принципе, то же самое в бэк-офисе. В бэк-офисе, вот здесь по поиску в каталоге, тоже мы видим 2 товара одинаковые. И вот от этих двух товаров, вот от этого задвоения нам нужно избавляться. Это неудобно. Вот. Но если мы на кассе видим задвоение, тут на кассе особо ничего не сделаешь. Все равно приходится все делать в бэк-офисе. Один из вариантов по этому штрих-коду сразу же идти в бэк-офис. И нужно вот эти товары просто объединить. Мы знаем, что эти два товара одинаковые. И мы нажимаем вот сюда на три точки и вот эти проставляем галочки напротив товаров, которые мы хотим объединить. И вот здесь вот есть объединить. Или вот в этих трех точках объединить. И нужно нажать выбрать тот товар, с которым мы хотим объединить оба товара. Но это не всегда получается. Ну, в большинстве случаев получается, если товары, допустим, новые. Если же уже есть какие-то инвентаризационные товары, то объединить не получится. В этом случае я просто в один из товаров захожу и просто удаляю штрих-код. Это я рассказал тот вариант, как найти товар здесь со штрих-кодом, который только что, допустим, нашли при продаже. Но бывают такие варианты, вот в моем случае здесь в SBIS у меня много товаров, которые вот таким образом задвоились. И как их все найти? Ну, к этому мы сейчас перейдем чуть попозже. Я сейчас расскажу, почему у меня так получается. Дело в том, что я товары сюда завожу вот таким образом. Вот, делаю плюс каталог и загрузить. И из файла загружаю тот файл, который мне, допустим, выслал поставщик с его штрих-кодами. Таким образом, я очень быстро завожу товары в номенклатуру, в каталог. И потом принимаю, делаю закупку отдельно. Вот. Но из-за того, что наименования товаров одинаковые, то есть не одинаковые, вот смотрите, вот здесь точно видно, что название товара, видите, они отличаются. Вот здесь артикул написан, а здесь не написан. Но иногда бывает такой случай, что все одинаково, вообще все наименование товара, название одинаковое. Но когда мы заходим вовнутрь товара и пытаемся его изменить, один из товаров, но нам же нужно найти, почему они задвоились. Вот. И делаем изменить, у нас оказывается, что у одного из наименований здесь, допустим, два пробела. Вот. Раз, два. И такое частенько бывает. Я сейчас не могу этот товар показать, потому что, ну, нужно искать. Я не помню этого товара, где с одинаковыми названиями два товара будто бы одинаковые. Вот, из-за этого и происходит, вроде бы как здесь одинаково, да, и здесь один пробел, здесь один пробел, но когда мы делаем изменить, у нас здесь сразу же высвечивается, что оказывается тут два пробела. Вот. Это одна из причин, то, что названия разные, потому что я когда принимаю, я там делаю принятие по названию. Вот. И чтобы штрих-коды они сопоставлялись этому названию, названия принятых товаров и уже имеющегося товара, они должны точно совпадать. Ладно, давайте быстренько я покажу, как я вообще принимаю товар, чтобы было понятно, что к чему. Вот, допустим, загрузить из файла. И я выбираю тот файл, который я уже формировал ранее с названиями товаров, со штрих-кодами, ну вообще каталог.
Вот. Делаю здесь 2. И здесь вот я задаю колонки. Здесь задаю, допустим, артикул. Здесь наименование. И вот если наименование не указать, то товары не принимаются. И вот здесь в конце я задаю штрих-коды. Вот. Сейчас я принимать загружать не буду, потому что эти товары у меня уже загружены. И вот, когда нажать на загрузить, у нас все товары с Excel-овского файла, у нас будут они в нашей номенклатуре, в нашем каталоге. А теперь я расскажу, ради чего вообще я это видео начал писать. В общем, как найти все товары, которые задвоены у нас в каталоге. Как мы видим, здесь очень много товаров, и среди них, конечно же, вот так вручную просто невозможно физически найти товары, задвоившиеся товары. Но в системе SBIS недавно появилась такая функция, такая фишка, которая ищет по всему каталогу, ну, можно найти по каталогу задвоившиеся, ну, дубликаты. Делается это подобным образом. Заходим в SBIS, заходим на... Вот нажимаем вот сюда вот на SBIS, и у нас выходит на основное окно это, ну, программы. Выходим на настройки. Здесь вот у нас есть маркет компонентов. То есть это своего рода компонент. Здесь вот в поиске найти нужно набрать, например, каталог. И у нас появится вот такая форма, форма проверки каталога. Нажимаем сюда, и мы его подключаем. Так как он у меня уже включен, то есть и подключать уже не нужно. В принципе, это просто печатная форма. Как с ней работать дальше, вот рассказываю. Все, теперь можно закрыть. И теперь, допустим, нам нужно проверить каталог, ну, допустим, констовары и школьные принадлежности. Не, ну давайте вот я уже выберу вот Simoled. И нажимаю, вот сюда вот нужно нажать, распечатать. И здесь у нас появится реестр. Проверка каталога, вот видим, да? Вот. Нажимаем сюда, проверка каталога. И у нас внизу справа мы видим, что у нас идет выгрузка печатной формы. Мы дожидаемся этой выгрузки, потом скачиваем эту форму на компьютер и мы его открываем. Открывается она вот в таком виде, то есть это PDF файл, вот, и появится файл проверка правильности введения каталога. Здесь также покажет вам присутствуют, ну, карточки с отрицательным остатком. Ну, лично я отрицательные остатки пока не веду. Вот. И здесь мы видим за, ну, дублирующие штрих-коды. Вот, так и написано. Карточки с дублированием штрих-кодов. Вот мы видим, что этому штрих-коду присутствует два товара, дом для кукол. Но так как мы видим, что артикул у них одинаковый, то у нас это не дубликат. Дело в том, что вот сейчас покажу, давайте вот скопирую этот штрих-код и покажу, что это значит. Вот заходим в каталог, вставляем сюда штрих-код и у нас выведет один товар. То есть все будто бы нормально. Но если зайти сюда вовнутрь и нажать вот сюда еще 3, то здесь мы видим просто дублирующий штрих-код. Это ничего страшного, но у каждого товара этот штрих-код не будешь удалять. Ну, так получилось. Задвоение бывает ввиду того, что у меня вот в файле, который я сюда загружаю, там вот эти штрих-коды идут 2 раза. И система SBIS, она не проверяет при загрузке, есть ли там дублирующие штрих-коды. То есть это нужно делать заранее, но это геморройно. То есть вот это нормально, но более всего нас интересует, как убрать дублирующие товары. Дальше заходим вот сюда вот, и мы проверяем вот здесь вот артикулы, чтобы не были одинаковые. То есть вот по этому артикулу и по этому штрих-коду у нас покажет просто один товар. Вот. Дальше идем вниз, проверяем. Вот здесь одинаково, одинаково, да. Это нормально, это не дублирующие. То есть, смотрите, мы проверяем не
тут столько дублирующий штрих-код, а сколько дублирующий товар с дублирующим, как бы, с разными артикулами. Вот эту фишку нужно найти. И дальше идем. И вот мы здесь видим, смотрите, у нас штрих-код один, но два товара. И у этих товаров разные артикулы. Видите? Вот. Давайте мы этот скопируем штрих-код и проверим. Правы ли мы? Вот сюда вот вставляем штрих-код. И мы видим, да, вот пистолет залп у нас одинаковый. То есть у каждого товара есть свой уникальный артикул. Вот сюда вот нажимаем, и мы здесь видим вот первым вот этот артикул, да, 526. Так же, как и здесь вот, где оно было. Вот, 526. Видите, вот этот пистолет залп. И поэтому вот этот товар нам нужно объединить. Ну вот мы вот как сделаем, просто нажимаем кнопку «Объединить», нажимаем вот сюда вот и делаем объединение. Нажимаем галочку. Все, у нас товар объединился. Соответственно, остатки, штрих-коды, они все объединились. Цена стала у того товара, который мы выбрали, там, куда галочку поставили. Вот, соответственно, штрих-коды тоже объединились. Ну, бывают, конечно, косяки вот с этими штрих-кодами, которые вот здесь вот. Это нужно, по идее, удалить. Ну, это вот я, так скажем, экспериментировал. Я много что поузнавал по этой программе SBIS. Вот. Ну, так получается. Так, что дальше? Дальше давайте найдем вот этот пистолет. Мы сейчас исправили. Дальше можно вот этот пистолет исправить. Видим, что у нас три пистолета идут с одинаковым штрих-кодом, но с разными артикулами. То есть это за дублирующие товары. Так, мы скопировали, нет? Копировали. Ставить. Так, этот товар, видимо, мы уже... А, ну да, это, кстати говоря, один и тот же товар, ведь. Да, мы видим. Все. То есть у этого товара же у нас три штрих-кода там было. Вот это и показывает нам. Ну и так далее с другими товарами проверяем. Ну, здесь мы видим, что у нас все, файл окончен. И у нас в папке Simulant получается, что один дублирующий товар. Ну, в принципе, на этом все. Основное я рассказал, как найти дубликаты товаров с дублирующими штрих-кодами, но с разными артикулами, которые нужно объединять. А также повторяюсь, если объединить не получится, то либо товар удаляем, но если удалить не получается, то я обычно штрих-код удаляю, чтобы этот товар вообще не виден был. Ну и можно там еще сделать этот, сейчас покажу. Вот, допустим, этот товар. Выбрать не продается, тоже как вариант. Но он здесь все равно будет виден. Если мы, конечно, это поставим в фильтрах, чтобы по штрих-коду искались все товары. Но еще такой момент. Вот, например, я нашел, ну, когда проверял каталог в папке Коми, там у меня не нашелся один дублирующий товар. Вот смотрите, мы здесь видим, что у нас два товара совершенно одинаковые, их можно объединить, но программа вот эта вот, она, ну, в PDF-файл, этот товар не вошел. Не вошел из-за того, что здесь нету штрих-кода. Штрих-кода. То есть у товара должен быть обязательно хотя бы один штрих-код, чтобы он вошел в этот файл. Ну, как-то так поверхностно, я надеюсь, что я внятно и понятно объяснил. Ну, если будут вопросы, пишите, звоните. В общем, кому видео было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь по программе, по товароучетной программе SBIS. Вот по этой. У меня еще будут видеоролики, много что хочу написать. Так что следите за новостями. Все, всем пока.